Итак, всем привет, это у нас завершающая глава, Tomb Raider. Ну, прошли немножечко тут, как немножечко, тут небольшие проблемы были. Они достали меня эти проблемы. С этой фигней. То пишет, то не пишет, то еще что-нибудь. В итоге, это завершающая глава. 13-я глава. Точнее, не глава, а... 13 уровень, этот 13 запись, часть 13. Сейчас будет борьба с этим ненормальным дядькой, который хочет, просто хочет добраться домой. С 82 года. Теперь нужно лезть на самый верх, лезть и еще раз лезть. А потом там одни придурков мочить. Стоп. Что там у нас было? А, ничего интересного. Лезть. Одних бить, потом других бить. Третьих, десятых, пятых, двадцатых. Я, походу, не туда залез. Ну и ладно, бог с ним. Так, а нет, все правильно. Так. Может, я просто проглядел, я вот не знаю. Я просто... А потом посмотрим. Так. Нет, стоп, я не с правильного ракурса встал. Я думаю, отсюда она его разобьет. Да. Точно. Куда-то мне надо. Нет, не сюда. Стоп. А! Колокол. Так. Ох! Опять эта высота, опять это. Стоп. Куда? А! Туда! Недолет. Так. Опа. Лара, берегись. Эти ублюдки направляются к тебе. Мы задерживали их сколько могли. Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Оп. От таких проблем нам не надо было. Надо проверить. Стоп, подожди, я 12. Ну да, 12. Сейчас вспомнил. Тихо. Нам нелепые смерти сейчас не нужны.
Вот так полезли. Что, ничего нету здесь? Ладно. О, отлично. Мне туда. Вот. Так. Уж это императрица. Так, что тут у нас? У меня все есть. Ладно. Оп. Оп. Чик. Как же высоко. А, я боюсь высоты все-таки, как-никак. Да еще все валится, блин. У меня сейчас 14. Да? О, увы. Будет 13. Ладно, черт. Не мы такие. Судьба такая. А ты как она мне не дает пройти-то, а? Это пимику. Давай, залазь. О, величайшая! После долгих поисков я нашел для тебя сосуд. Излейся и вернись в мир смертных. Излейся и возродись. Излейся и пробудись. А там барьер не получится. О боже, я должна ей помочь. Кто-то свою прячь хочет. Так. Так. Да ё-моё, они меня закидали. Так где он там стреляет? Опять.
Простите, ребята, сегодня тоже не ваш день. Так. Ой, как он метко бьет-то. Я еще живой, кто меня там закидывает? Падать нам нельзя так. Так. Это спина.
их сейчас сметет. Этим дураком. Не сюда. Теперь у тебя проблемы, чувак. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Думаю, она поправится. Что там было?
Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой. Ну вот и все. Снова я прошел эту игру в пятый раз. С вами был Максимка. До скорых встреч. Пока.
Ха-ха-ха!